Партия «Альянс» предлагает решить все проблемы Армении в максимально сжатые сроки посредством формирования союзного государства с Россией. Об этом на внеочередном съезде партии заявил ее лидер Тигран Ориханян. Многие спрашивают, предполагает ли это вступление Армении в состав России. Нет, это значит сформировать межгосударственный союз, исходя из логики развития событий. В таком случае Армения остается членом ООН, суверенной и независимой страной, которая укрепляет свою армию и ведет внешнюю политику. Все остальные разговоры находятся на уровне бытовой неграмотности, подчеркнул он. По его словам, Армении в нынешних кризисных условиях нужна поддержка России, которая должна иметь конкретные проявления, и сотрудничество требует максимальной и взаимной интеграции. Если реальность принуждает к присутствию российского миротворческого контингента в регионе, наличию военной базы или баз в Армении, то следующим логичным шагом должно стать формирование совместных войсковых соединений, в частности в виде пограничных сил, говорит Ориханян. Вместе с этим он считает приоритетным вопросом отставку премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, формирование нового правительства, члены которого будут иметь опыт, не будут представителями старого режима, а также могут вести эффективную внешнюю политику. По его словам, Альянс нацелен на смену власти, но при этом их неучастие в оппозиционных митингах не означает, что партия не поддерживает этот процесс.